За «Черной пятницей» следует «Киберпонедельник» к рождественским скидкам, которые предлагают магазины в Америке и за ее пределами сразу после Дня Благодарения. Все более активно присоединяются интернет-ритейлеры. Но для них самый ударный день – первый понедельник декабря, так называемый «Киберпонедельник». Говорит профессор университета Санта-Клара. Это ответ виртуальных магазинов на уикенд, следующий за «Черной пятницей». Но штука, однако, вполне реальная. Потребители все более значительную часть покупок в эти выходные предпочитают делать не в толчее и духоте магазинов, а через интернет. И эта тенденция стремительно набирает обороты. Британское отделение крупнейшего в мире интернет-ритейлера Amazon 1 декабря этого года зафиксировало абсолютный рекорд. Продано 5,5 миллионов товаров 64 в секунду. Консалтинговая группа Experian полагает, что расходы британцев в киберпонедельник в этом году превысят 800 миллионов евро. Это на 26% больше, чем в прошлом.